скриншот. Если ты еще не поняла, то мы все странные. Ну, это понятно. Сам. Сам ты сраный, да. Да. Так. Ебать друиды в онлайне, конечно. Что это за... Что это, все на замене были? Ну, да. Да. Пиздёж. Кто завтра я пойдет? Слав, если что, я могу завтра пойти. Я вот так просто знаю, то, что... А, давай. Тогда всё понятно. Я сказал, что сел на замену. А ты ГП дал ЕП за это? Это какая-то пиздоболия. Нет, не дал. Ну, это тупо. Ракшейна, Ракшейна не было. Ну, да, ты... Да, мне сегодня и завтра ЕП. Ладно, нахуй. Так, Войн, где ты? Так Ракшей, наверное, завтра пойдет, нет? Да, завтра он будет. У него только один персонаж этот хапал. Без 104 вообще. Так, ну, это что же, это умер он? Где он завтра? Погоди-ка. Так, допустим. Надо сделать так, чтобы люди два раза ИП не получили. Я скрин скинул в канал текста. Войт, я лигнул с рейда этот, хукмастер. На АДК закинешь. Так. Конечно, ёптвым. ТТГ. Пойду друидом. Так. Кого брать, кого не брать, вообще не ебу, блять. Кикнул. Я бы хантом пошел по возможности. Дипичип, давай мордаун там. Присно, что ли, хочешь? Нет. Ну ладно, давай. Что, мне на приста заходить? Да. Титек, заходи. Так, кто может завтра с вас, кто в рейде сейчас? Насчет пояса не знаю. Кому, какой пояс? С какой чаркой? И кому он нужен, ты узнал? История, ты идешь кем-то? Без разницы, могу пойти. Я ну, могу я завтра пойду. За меня посидеть. Могу и за шамана пойти, если миликов много. Давай, Рога, исходи вместо Седжи, пускай Седжи почилит. Так. Ультраприст в хила. Так, пока так. Эти карбонары, ладно, похуй. Шадоу тебе надо? Че там насчет пояса? Так, а где мордаунт? Так, Гену уберем. Приходи завтра трезвым. Вентилятор надо что-то в инсте? Так, ладно. Шадоу надо тебе сейчас, или завтра сходишь? Завтра тебя не будет. Так, Равис, завтра будешь? Ну что, меня в падике? Я наверное? Завтра прям, честно, хз-хз. Максимально хз-хз. А ты, Вадикон, завтра будешь? Кому там надо место, допустим, шестая, восьмая, могу поменяться. Будешь завтра, Вадикон, нет? Прием, да, я завтра могу на сове пойти. А, ладно, тогда. Ох. Маги какие-то... Ты хотел сказать спасибо? Какие-то маги пойдут завтра? ТТГ. Какого, кого с магов можно свичнуть? Эй, 228. Блять, не АФК просто, что ли? Ну, пиздец, я в ахуе с вас. Ладно, давай Хэлла тогда. Так. Ну все, пока так. Если вдруг что случится, там... А меня возьмешь? Я тут как бы этот самый. Да сиди уже нахуй, хули. Как твой любимый. Так. А мне место-то кто нахуй?
Да, да сиди ты, что ты? Через стрим, короче, рейд. Да, давай посидим с тобой вместе тоже, почилим, что ты. Ранти, завтра будешь? Карбонара, ты где? Чё, Валент, алло. Тебя убрать? А, все, давай. Завтра будешь, да? Ты на лок, а ну заходи. Давай, давай. Так, Валент на лока. Я зайду, все нормально. Так. Так, Авила не тут. Тут. Сейчас выйду, эти лидеры дал. Возьмите там пати. Okay. Тору. Блять, а кем пойти-то нахуй? Слав. Это пояс на кожаный. Как к тебе куда забрать? Да потом, блять. Нихуя, у меня приз черный какой-то стал. Красивый такой. Палом что ли пойти? Давай палом пойду. Через 2 часа он все отлетит, да? Нет. Когда вышел, из ограничения отлетает. Так, палом пойду, значит. Давайте сумоньте. Так, ну второй сюда. Лок есть, наверное, в инсту. Пойдем, в инсту зайдем, поле. Мне нужна цель. Тыкаем на сумо. Вы в инсту, в инсте, да? Да. Сум. Мы тут, бля, у камня сумоним. Идите вниз уже, тут 20 человек. Ну ёбаное все нахуй. Тыкайте нахуй на эту хуйню, на синюю. На сумон, блять, или что, блять? Дрочи все ставим. Там дрочи. Виланша тут, нет? Зайдет? Шамана нету. Виланша. Тыкайте. Все, поехали. Вилан. Так, каску, кулак, пожалуйста. Каску, кулак. Так. Чё вы там раздаете? Вообще ни одного бафа нету пока что. Так, гламур каски. А я там автоназначение типа наставил. Сможешь так будет. Давай, короче, я МП5. Mm. Ты кулаки. Окей. Вот так заебись. Отнести. Тысяч, нихуя, с флешки хилится он, блин. Да там вспышка нормально хилит уже, я. Ну, 10 тысяч сейчас ебанул.
На танка священок повесил и, короче, от вспышки хуярит, там фотка еще хуярит. Ага. У меня по 14 тысяч кто-то скелетует. Охопали. Жалко, не выкатили обнову. А еще будет возможность. Так, а что случилось? Ну, да, там я 4. Так понял. Там, видать, изменения слишком жесткие, не такие. А, и они подумали тормознуть, да? Ну, потом. Там просто ни сроков никаких ничего не было. Я не знаю, откуда люди взяли, что среда, четверг будет. Ну, короче, там по панику, да, написано было, да. Написали, я не видел. Я в там написано ориентировочно 26-го. Это на форуме где-то? Прям на форуме, самое я первое. Я просто на форуме не смотрел. Должны сегодня вообще завести. Даже в Дискорде об этом написано. Может быть, как раз в 10 часов они включат сейчас. Как обычно. Представь, потом всех РТ, они начнут. Да, у 8-часовых людей РТ, нахуй, они начнут, это пиздец кринж будет. Ну вообще, они любят так делать. 30к давали. Заходит такой после обновы, 20к дает, нахуй. И еще ротация неправильная. И вот весело. Прикиньте, ранник начнут выдавать 30к. Чисто спавнят до скилла, да? 30к без 3 нулей? Ну... 4, без 4, да. Без 4, да. Да. Ну, знаешь, все возможно. Тем более вы уже примерно представляете, какие тринки используют. Мне кажется, скоро все будут отдавать ДПС с 5 нулями только перед тройкой. Так, на фиолетовый попрыгает кто? Иниола и Карбонара? А, нет, Иниола ультаприст. Вот рыба, ты бей в АДД, блядь. Так, чё фиолетовый, чё прыгать-то, объясни. Не, ничего, ты в зеленый. Ультаприст, ты где? Обновите кулаки и каски, пожалуйста. Зеленый попрыгает, в смысле, чё мне надо будет делать конкретно? Ты же в прошлый раз не ел. Зеленый не прыгаешь, там стоишь. Фиолетовые прыгали. Карбонара, блядь. Ты что, блядь? Войт, отдай мне в полипауэре, пожалуйста, кулаки. Тень бумаги, пожалуйста. Вот читай, нахуй. Читаешь? Вот, да, читай, да, да, читай. Метка сверху. Ну, зеленого цвета она. Блять, пиздец, замена там есть? Да-да, топ-тиш. Да как, было только что 40 чел. Кто символ может сделать? Это танц теней. Роговский. Есть такие? Катрисия, консилятор, МВП Хант. Так, консилятор. Окей, суманете меня сейчас. Я символ забыл. Бонитишка. Значит, в этой... С миликами. Возле танка и собаки начинают... Нажмите кто-нибудь еще. Первая, вторая и этот. Консилятор и Неола. Так, Слав, объясни, смотри, на меня. Так, это дополнительные к первой и второй пати. Квадрат и треугольник. Извини, у меня отключался. На меня метка падает, да, я понял? Зеленая. Ну, поносишь. Так. Кто тупой, смотрим
Если милики на кружок, если РДД на звездочку Новодикона. Кто не понимает, как выходить из этих, из рельс. И как они там называются. Поезда по местным. Полоски, да. Шквал. Поезда, метро, блядь, это вся хуйня. Слушай, а на меликов какие метки кидаются, от рук, кто за РДД была? Фиолетовые. Фиолетовые. И выносить их, да? Кто тупой, здесь короче, кто ничего не понимает, вот штрафная зона. Идете туда. Вот она моя музыка. В крест нахуй. И там прыгаете, как бабуины. И разбираетесь в механике. Значит, кто туда в крест идете, значит, и там и Неола прыгает. Консилятор, не знаю, знает тактику. Нет, если не знаешь, тоже пиздуешь туда. Вот кто знает, как бить, бьете. Остальные съебываются. Гейзеры появляются под ногами, 3 секунды они лежат и взрываются. Если не успели, нахуй, если вокруг вас 5 человек стоит, то вы труп, нахуй, все, пиздец. Ничего, даю. Ой, а погоди, РДД мало, нет? РДД 13. Милики, консиляторы, Неола, первая, вторая пати. Все правильно. Блять, лаги это пиздец. Гера. Я ебал такие лаги, конечно, это я хуй знает. Сука. Смотрим на ком. РДД. Гейзеры. Сука, еще кто-нибудь. У тебя что? Это кто это к нам так близко стоит? Скукотища с фиолетовой. У меня, короче, очень такой. Блять, я просто хуй знаю. Подойти нахуй. Скукотища, ты тут не был? Да, он писал, что он бич первый раз тут. Берегитесь. Хэлла, заходи. Сейчас. Говорил же мало РДД. Почему РДД мало? Ну он просто встал, хуй пойми где. Не, РДД там. Ну я имею в виду, на стороне РДД нас было мало. Я ж посмотрел поэтому, я только 12 тел насчитал. Скукотища, иди почиль, стрим посмотри. И видосы можешь посмотреть какие-нибудь. Тактику там посмотри. Если не знаете, сразу говорите. И говорите сразу, кто не знает, что тут делать. Некогда сидеть еще кое-что. Надо убивать. Потом целка, может, сходишь. Резайся. Ставьте шкаф. Так, еще раз. Первая и вторая пати начинают звезде, блядь. С ними там и Неола, и консилятор. Остальные все в кружке начинают. Ну, хилом пока побудешь. Там глянем, может, с призаном. Ну, или призаном дополнительный аспект. Есть шкаф, нет? Не баните шкаф. Шкаф, ау, пиздец поставили. А. Пиздец, блядь. Хэлло, за что он снимает, да? Так, вот рыба. Скукотища, это кто? Чей куришь? Мой. Дроиды. Тебя одно. Ну мы с другой гильдии пришли, я сам здесь второй раз.
Ну, на мне вокруг зеленая лужа появилась, как бы, да. Я стоял в своем месте. Потом. Смотришь на звезду, нихуя не делай. Убери ветки от клавиатуры и смотришь на звезду, и делаешь как он. Дальше, как только вдуплишь, что к чему, блядь, как из звезд и из полосок выпрыгивать, дальше начнешь там омоложение кидать, нахуй. Больше одной кнопки не юзай, омоложение, и все. Дальше все внимание на то, что происходит. Я понял. На сову смотреть звезду. И перед следующим неделей, перед следующим КД прочитай все способности этих боссов. ТТГ, посмотри видео, как на Ютубе закрывается. Ну, видео, да, видео попроще будет, потому что я сорел отворачиваться там на боссе. Ну, надо 4, просто посмотреть, я понял. 3, 2, 1. Будем панать, поменяю то, что тебя, блядь. Да, без проблем. Так что, внимание не на хила, а именно на то, что надо делать. Геру. Смотрим на попу. Мили. Милики. Совсем бичи, нахуй. Нет, бля, когда резались, бежал, сука, сюда, на тапках. На тапках КД, ну. Хули тапки-то, ну... Почему я не сдох с 4 фпс, блядь? Ты получишь, пиздец. Вы вообще не беспокоитесь о том, куда вам отбегать? Там аридарский, блин. Гейзеры сейчас будут. На РДД были гейзеры, сейчас будут следующие на миликах. Пиздец, блядь, бичи. Стыдно за вас, нахуй. Скоро на миликах будут, готовимся. Можете вот так вот съебать, постоять, покурить, нахуй. Лучше не сдохнуть, чем сдохнуть. Нет, козлёная, разойдитесь. Сбегитесь, то есть. Милики, готовимся. На ШП, на маги же метки были, нет? Блять, уёбки нахуй. Главное заранее говоришь, всем похуй. Они просто падают дополнительно еще. Ой, блядь, бьём пиздец. Так. Так-то да, можно захуярить, если РДД не будет сейчас. Ну, РДД живые. Смотрите, ваша очередь РДД, готовьтесь. Скоро будут этот гейзеры, на нас были уже. Короче, не буду крылья отдавать, ставлюсь еще под бабу. РДД скажите, когда на вас будут гейзеры, чтобы вы тоже готовились на следующий. Гейзеры. Гейзеры. Угу. Минус сколько? Минус в другую сторону побежал. Два. Ну, карбонари простительно. Я понял, то что когда закрутилось, надо было... Все, влево. Молчи, молчи. Да, 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 да. Айс, да? Ну, вот здесь выбежал, перебежал, все. Твой 2-2-8. Мудак. Ну, типа, я завершил, что ты хотел сказать. Это... Милики, да, должно быть сейчас. Милики, давайте, смотрите, сейчас будет. Вот, видите, да? Уже заранее мы знаем. Ну, то есть я знаю, вы хуй знает, знаете, нет, вам похуй, наверное. Добить должны, в принципе, я думаю. ДДшника прилично живы. А кто-то из Хэлла вообще живой еще? И не Ола, и Хэлла. Ламурчин еще. И не Ола с какой меткой? Ламурчин умер. Warframe просто умирай нахуй и все. Не спасайте. А, я не обновлял. Лямбда, да. Ну нормально, много выжило, так что лямбда бьете. Ну сейчас рельсы будут. Да нам уже похуй, там добили уже, блядь. Можешь в танке нахуй. Прикинь, вайп. Видишь, ничего сложного, если ты, ну, держишь. Ну, я понял механику. Опа, паловские ботинки на танка освещения. Слушай, а у меня вот что-то... Нормальная тема. А у меня, по-моему, такие же, только с десятки выпали. То есть, они топовые, да, вот эта хуйня? Ну, это паловская чарка, смотри, она, во-первых, да, вокруг она себя хилит. И когда хилит, повышает тебе, короче, агро от этого. РБКшки фармить чисто. Ее лучше только этот троллейбой сейчас. Обычка.
Ну, короче, нормальная чарка, я считаю. Ну, у меня она есть на теле, но я еще не нафармил токенов, ну, этих бейджиков, ну, чтобы загрейдить ее. Бейджиков? Ну, как они, блядь, там называются? Хаста РП, короче, чарка выпала, кожаные перчатки. Знак, знаки эти ебаные. Где твой бейджик, блядь? Бейджики где, ребят? Чего подготовить? Можно рез. Почему без бейджа, блядь? Нет. Так, там вторые выпали тоже с хастой. Сейчас еще раз кину на ролл. Вара, там история тебе надо, Иеровист? Там этот синтек нахуй сотку. Особо нет. Синтек сотку жмет, что ему закинули? А, еще карбонара есть. Да я 10 нажал, так просто, если никому не нужно. А так отдавай кому хочешь, вообще все равно. А, на ханту дал, там смотрите сами. Это что это? Лик смерти нахуй, нихуя? Ну, я бы на танка просто взял, если ему нужнее, то мне. Так. Так, так, так. Пета на кого бог пошлет? Ляночку послал. В хила давай призану шестого. Что-то с карбонарой там совсем хуёво будет, я думаю. И даже, блядь, даже там же канцелятор еще. Вот так. Даже мне, походу, придется спекаться. Да, давай. Так, целкашка, целкашка. Кимати туда. Так, тут самое главное бублики вынести с решетки, мильки право-лево вынести. Сапрота и РДД хилы лучше. Так, хапал. Жрем рыбу. Так как я лагаю, лаху. На себя частицу ебану, ты на вашу хуярь. Может не сдохну, лаху. Надеюсь. Лапку ебаните, пожалуйста. Так, надо вмазаться какой-то хуйней нахуй. Вмазаться, говорит. Вмазаться, блядь. Форму, блин. Вот так бы сразу. Вот так бы всегда. Ну иди в холодильник загляни, там есть что вмазать. Ты бы еще консервы в банах не собирал. Не знаю, где-то далеко. Он спекался, наверное, да, тишка? У него, наверное, в банке. Да хуя, или сумки на 6 слотов носит, и... или носит какое-то барахло. Трансмог какой-нибудь, ну. С призом, давай, блядь, признавайся, что ты там носишь. Пожри, вон рыба стоит, еще не протухла. Качественно. Еще до 40 градусов не остыло. А селедку, говорит, не поймешь. Ой-ой-ой, а дайте столик магия, блядь, нахапала, возьму штруделей. Че, вы победили собаку? Да, ебаную. Ебал эту собаку, нах. Все, теперь я доволен. Ну, короче, отчет даю. 5, 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Сука, нет! Блять, это пиздец. Жить жить не получается, нахуй. Ну, походу там вообще не хилю, нахуй, это кринж.
38%, да. Так, на следующее дыхание. Давайте, Геру, на следующее дыхание будет давать на ХП Рианти и Шар. Я сдам еще мастер аур на третье дыхание. Хорошо. Этот шлепец вынеси. И кто там? С бублика выйдите, чтобы возможно было хилить. С бублика, кто там? Дыхание смотрим. Рианти и Шадоу на ХП. Сейчас, блядь, просто один кадр, я смотрю нахуй, пиздец. Все, кончилось дыхание. Выносите бублики, с решетки вышли. Крипто, шлепец, история вышли из-под босса. Бублики выкинули и отошли от них. Все, заходим, заходим в бублики, заходим в бублик. Масса кру. Когда выйдем, гимн на ХП, оставшиеся присты. Вышли, гимн на ХП, оставшиеся присты. Пиздец, кринж. Да. Хорош. О-о-о, запы. Чё за запы? Да. Ну, элимовские, короче. Надо было за элима идти, сука. О-о-о, нахапал сойдёт? Вот это вот что там с СПДшкой нахапал? Нахапал сойдёт. Сейчас посмотрим, как надо. А то у меня там... Хотя хуй знает. Да. А какие у меня, ну-ка. А, 64-й БЕшная, ну ладно. Так, осколок говна. Warframe собиратель. Хуйни. Я понял. Стрела тьмы, короче, из пепелей. Также в хилах оставайтесь. На лока. Надо кому-то. Так, Зуналтор. Или Аночка. Или Аночка. Аночка. 19 дала, да. Вот 15. Запы с СПД, я не знаю, есть смысл брать на хапала. Может быть. То, в принципе, вам я же думаю, никому не надо. Да, вам же никому не надо, так что возьму. Да. Нормальная тема. Вторые запы тут, короче, уже какая-то хуйня. Это что это? Чарка, короче, элимовская. О, прикольно. А она надо кому-то? Ну, если призму надо, то отдай ему. Не, ему не надо. Друг будет собирать. Тебе закинул, короче. Ноги на сову. Карбонара. Давай, будешь совой, короче. Когда-нибудь. Я сейчас посмотрю, как квест сделать на третий спек. И все, и буду вещи на меткость собирать. Там просто как меткости собрать, так-то у меня по силе заклинания все нормально. У меня половина шмоток на хосту. Ну, то есть, для совы лучше, чем кота делать. 4Т4? Да у меня на хила нет 4Т4. Короче, метки назад к стене выносим. Мелики просто право-лево. Ну, по диспелу, короче, три приста и... Ну, Авелания там помогает додиспеливать. Так, вот кто сдох, если вот рыба. Да, окей. Ну, остальную хуйня, отворачиваемся там. Хил... Харбонар сразу спиной стоишь. Если метку будешь выносить, там... Да все... я хилить так могу. Череп, крест появляется над головой. Выносишь к стене и все. Себя. Но это лужа разливает, да, или что? Она по времени разливается сама. Угу. Тоже на себя дам, короче. Готовы там? Ниола, Равист, Вилаш. Ниола дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. А КД же спала, да, с Гер? Есть призм воткнуть? 7 минут еще, КД. Метки вносим. Не, блядь. Берегитесь. Чернулись. Карбонара, блядь, пиздец, кринж. А у меня, я не вижу, когда он надел. Ты визевой должен там спиной стоять. Да, я встал спиной же. Ты узнаешь там. Тут Амаз диспел дает вообще с пристов и него? Чё так долго додиспеливается?
посмотрю потом. Берегитесь. Вернулись. История, блин, ну еще, блядь. Даже лучшие совершают ошибки. Да вы что, нахуй? Вы дрочите, что ли? Или вы самостоятельно хуй, когда это посмотрите? Бэр, пожалуйста. Бомжи, блядь. Можно почти в ряде. На доли секунду раньше повернулся. Хэлла? Карбонара, Ареса и это... Не до... Зачем мы в ряде, блядь? Кукмахера, Ареса Хэлла. Не-не-не, сейчас, отвернись сейчас. Ну, нахуй, кринж. Диспелите нахуй, я посмотрю, кто дис... Вы не диспелите нихуя, вы нихуя не делаете. Давайте пройдем куда-то, где нету этого говна зеленого. Ты один, наверное, диспелишь, я смотрю. Ну вот я так думаю. Кресты нахуй, я въебу по полтиннику вам нахуй, если не будет диспела. Че вы стоите с метками? Треугольник нахуй, крест. Нахуй ты его в рейде разливаешь, я хуею просто. Это карбонара, это ты бомж нахуй слепой, блять. Хули ты не смотришь нихуя? Я не разлил ничего, чё? Ты, блять... А, да похуй, ясно нахуй. Чего я там? Видишь, к стене они выносят, блять, или ты не видишь? Да, вижу и... Ну, блять, ставь тотем и Диова на ману читай. На мне черепа не было, я просто не увидел. Крест там еще есть. Вот. Ну, крест не как... было. Вот зачем вы ловите нахуй фир? И Диова. Все три ляма добьют. Ебать, 31 диспел. Я ебал. Такие же, прикинь, освещения нахуй, только с 50, ну 58, типа, с десятки залутал. Другую чарку хотел, вторую. Не знаю, что она там дает. О, диспэд, 200 лет. О, блядь. Так, кинжал синтеку нахуй. Я понял, блядь. Ну а кому нахуй? О, есть роговский, да? Глубокая рана. О, смотри, вот это и есть смысл на пропало брать? Кто там дышит, блядь? На 3% в мере... Ну, типа, если 1000 бьет по мне, то... Или как? Нет, 320 максимум. Но то не есть... более, чем на 320 единиц поглощения. То есть до 10 тысяч, а после 10, когда уже меньше процентаж идет. Ну, блядь. Да. Нет, так-то два кинжалика попиже будет, чем этот топор сам. Ну, конечно, так-то... два кинжала, 1,8. Так-то взять, вдруг пригодится, да, мастерство какое подкидывать. Ткань, плечо, коста, что там, СПД, нахила. Так, сейчас дам ассистов, плюс оните, кто там на замене был. Куда ты, гламур? Войт, можешь только мне... Мне, получается, на другого персонажа надо зайти, да, если хочу на него получить ТПМ? Да, зайди лучше. А то я ебал, блядь, вас искать потом. Ладно, не распыл. Пояс чего там? Периодически глубокая рана... Пятикратным суммированием, что это такое вообще? Это Роговская, нет? Это на кота. На кота. Че, кидать десятку или нет? Ну, а там, бы... там уровисток вот есть, уровисту закинуть. А, то все, пусть забирает. Пробивание брони, кольчуга надо кому-то? Синтеку, да? А его нету. Чего? Почему? А че там за пробивание? Штаны на двойную атаку. Все снимались. Были какие-то штаны? Да, хантерский. Ты кринж. Я не видел, я, блядь, смотрел, думал. Тебе надо, не вообще, нет? А чё же, наверное, галетники не прощающего там? Я хуй знает. Да, нет. А, ну да, тогда нужны. Я не видел, честно.
Амур, ты куда ушел? Лофнулся или все? Сохрани их, я за тобой приду. Ракшейн сказали завтра. Гера стоит. Да, сейчас портанемся отсюда. Где Гламур? Да он делся. Он просто офнулся или что? Дальше не пойдет? Целка летим. Сейчас портанемся отсюда. Что, целка будет? Да. А на замену что там писать? А шаман сколько тысяч возьмет? Только что звали. Да я что-то прослакал. Я могу на замену пойти, потому что мне надо подойти сейчас. Ну там 30. Да, ребята, пишите, кому там надо в ЦЛК, там шмоточку пройди там или еще что-нибудь. Есть люди, кто могут уступить место. Ну тогда и ну иди чиль тогда до завтра, хули, раз ты до 11. Кто не вывезет ЦЛК на фул, сразу чильте, блять. Имейте в виду, оно на фул должно быть. Обычка же, да? Да, 25 оп. Когда выйдете с инстатом, скажете. Так. 25 поставил. Вроде написал, обновлено. Репичип, ты идешь? Угу. Да, я уже закинулся. Если кто сдохнет во время рейта, то когда придут, то зовите. Ага. Так, хорошо, специально сдохну, а тебя. Я тоже посижу вдруг замену. Давай. Так. Че, скукотищу возьмешь? Спрашивает. Он тактики на ЦЛК знает? А, только не был на лече. А так все, до синдрида. И синдрой не видит. Пидора, отпиздите там у входа, бля. Тайпан, сука, бля. Пидора, отпиздите, пожалуйста. А, Слава, вторая будет 25-ка? Завтра. А, ну тогда давай, я освобожу. Я завтра приду, пускай MVP Hunt ходит без меня. Я завтра приду. Я просто отойти надо минут на 10, я не знаю, типа. Это все будет. О, да? Это чего? А Лингер, ну отними 1400 репа. А что давал? Зачем ты кидаешь? Конечно. Опа, на крышечка, блядь. Я мог бы, конечно, помолчать. А он в рейде был, что ли? Или как? Ну это мой персонаж второй, ебан. Я на Хэллу, я на шамане сейчас. А как он ИП получил-то вообще? Я не знаю, ты просто взял и кинул ему. Не знаю. Нет, работе, всех подобных. Может, они привязаны? Да не могут. Нет, быть они привязаны. Отдельная строка идет, типа Толгородская тюрьма, типа начислена 1400. Ты просто, наверное, кому-то хотел добавить и добавил. Вот мне. Кому интересно, нахуй? Да я ебал в рот эту хуйню. Ну, типа, люди. Может быть, WordFlex? Мне, наверное. А, ну может. Вон быть. Сет же я накинул только и все. А остальные те, кто в рейде были. Да, люди, и кто не успел, блядь, тот опоздал. Кто-то успел. Вот и все. Ракшейн, если вы, блядь, не сидите. Ракшейн, ты завтра будешь, правильно я понял? Да, если вы сидите на замене и, блядь, не плешуете, когда вам говорят, значит, все, проехал поезд. Ну. Этот в танках кто? Вот. Так. Ламурчин зашел. Так. Я уже давал тебе. Или я не давал ему? Не давал, ты его хоть не сгинул. А, Войт. А. Поменяй меня на MVP Султана. Мне все равно дойти надо. Ты кто? Вон на 228, ёпти кто. Ёпти. Ну, да, я завтра приду. Да, хорошо. Просто ливай это самое. Как вы заебали? Хуй разберешься, блядь. Так. Так, давай подумаем. Синтек ушел? Нет, я тут. Я тут. Я как. Так, кто там еще завтра пойдет?
Толпа пресечен. Нет, тех, кто в рейде. Так, Гламур, ты идешь в рейд сейчас? Ты пати-то прими. Ты, блядь, искать заебусь. Пиздец. Кринж. Кто сейчас, кто в рейде, может пойти завтра? У кого один перс? Так. Шлепец, наверное, потанчит с Вилашей. А Вилания, спекнешься на ребро и на леди. Консилятор, тогда тебя свищем на меня. Все, ты завтра будешь, да? Бля, всё, а ты давай. Эти штаны передал кому-то? Нет, у меня они. Блять, хуево. Так, ну, блять, еще бы какую-то альтернативу. По хилу. Ну, только что призан с Хэлла. Спроси у призана, я хуй знает, может, ты как-то посвящитесь там. Ну, в принципе, на ребро точно, на сурка точно спекнешься. А так вот там, я вот не уверен, сколько тищи и карбонари. Диола, ну, хуй знает. Да и вообще состав хилов слабый. Если что, подстраховка, считай, призан я. Ты там считаешь, самый сильный будешь Хэлла из хилов. Все, пошли трэш чистим. Очень быстро надо закрыть. До 2 часа. Не дольше. Нихуя, что это синяя?